Массовая вакцинация населения России от COVID-19 началась в понедельник, 18 января. Ранее это анонсировал президент России Владимир Путин. Он поручил к этому дню подготовить всю необходимую инфраструктуру по всей стране. Десногорский прививочный пункт открыт на базе медсанчасти номер 135. В России вакцинация стартовала еще в декабре. Тогда возможность получить препарат была у определенных категорий граждан. Приоритет в вакцинации от коронавируса отдавался медикам, учителям и соцработникам. Теперь же на прививочный пункт могут приходить все без исключения. Это база данных по прививкам у нас. Мы сюда заносим пациента. Они приходят у нас с направлением от терапевта. Терапевт там осматривает пациента, температура, давление, все как положено. Прежде чем вакцинироваться, необходимо пройти осмотр у терапевта. А уже в этом кабинете пациенту вводят препарат. Далее получасовое ожидание для того, чтобы врач смог отследить состояние человека. При визите нашей съемочной группы пациентов не было, но врач говорит, что вакцина у десногорцев набирает популярность. Получается у нас где-то 15-20 человек. Вакцина, флакон на 5 человек, по 0,5. Ну вот мы собираем по 5 человек и делаем прививочки. В городской медсанчасти доступен препарат «Спутник Ви», вакцинация которым проводится в два этапа, с перерывом в 21 день. В настоящее время уже поступило 900 доз препарата. Всего же их заказано 12 тысяч. Поставить вакцину могут все желающие в возрасте от 18 лет, ранее не болевшие новой коронавирусной инфекцией. К противопоказаниям относятся болезни ОРВИ, повышенная чувствительность к компонентам вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней. Какие возможны побочные реакции при вакцинации? Это покраснение и отечность в месте введения вакцины, повышение температуры, слабость, потливость, могут быть боли в животе. Как правило, все побочные реакции проходят в течение первых суток. Сразу скажу, что мы уже вакцинировали 179 человек за последнюю неделю декабря и первые две недели января. Все перенесли вакцинацию очень хорошо. У отдельных людей повышалась температура, у кого-то была слабость, потливость. Тем не менее, через день все эти явления прошли. Вакцинация от коронавируса в России и в Десногорске в частности проводится бесплатно и на добровольной основе. Записаться на процедуру можно в кабинете доврачебной помощи медсанчасти номер 135. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Григорий Шилин, Десна ТВ.